Блин, сейчас, наверное, унизят. Илугу поймать, конечно, это будет дорого стоить, но я жестко. Думаю, нет, наверное. Конечно. Давай, что там, А4? B4 на B4, да. Самое главное, на А6 не уходить. По-моему, B3 можно пойти. B5, по-моему, нет? Или B5. B5, вроде, да, B5. И что там? Сейчас B3. B5, и тут... B3 или C2. Или CD2. Он не CD2 или... Не, как-то бы А6 он нападает. Вообще нельзя просто пойти так, да? Вот так. Не, на А6 слабо. Слабо, зря ты. Ну, пока у нас не задавят. Ты знаешь тут что-то? Я? Да. Да. Нет. Ну, блин, зря туда. Интуитивно. Может быть, тут... Блин, я помню позицию, не знаю. Е4, может? Или там он сразу выиграет? Ну, давай С2. А что, меня не думал, что выиграет? Он уже 7 правильно пошел, мы не знаем. Может, кстати, неправильно. А нет уже F4? Тут у нас появляются всегда какие-нибудь связки. О, подожди, а BC3 нету? BC3, просто сейчас. Сейчас. Блин, не знаю, нет, уже времени мало. Ходи уже куда-нибудь просто. Да, блин, нас плевать сюда. Куда, давай, куда тебе больше нравится, да. Вот так вот. Блин, так. Пассивно совсем. Держимся. Сейчас еще по две поменяется, надо. Ой, все, блин. Ой. Нет, это плохо, да. Это плохо. Блин, точняк, да. Это, я думаю, уже... Да, да ладно, тут за справа. Ладно, дзывись, это уже тут. Не, вот B3 ты зря пошел, B3 там... Да, зря. Наверное, да. Сейчас покажет, как играть. Не, может, потом вместо BC3 жесть, подожди, надо, надо как-то запутать пройти. Его, да, B5. Так же запутаем. Да-да-да, да, да, хотя бы на партии. Стоп, стоп. Так, а B6, ладно. Так, так, как он играет, давайте просто. Давай посмотрим. BC5, да? Проиграем, хоть покажет вариант. Ну да. Не, да, тут да. У нас поприятнее позиция анализировал это. Цинман. Я тоже что-то такое анализировал. По-моему, Цинман с Валюком. Не, Валюк, Цинман, я матч анализировал. Все так, анализировали, ага. Никто ничего не помнит. Тут, по-моему, можно... CB6, по-моему. Да. И так, что, на вот B5? Сейчас уже, наверное, B5 можно. B5, да. Ну ладно. Сейчас F5. Так, тут аккуратно. Точно F5? Точно F5, может B7? Слушай, а может быть B7? Вот подумай, да, подумай, подумай, может быть B7. Блин, B7 нет, там как-то... Он ED4 поменяется, что-то. Ага. Начнет давить. Ну да, пофиг, F5. Угу. Да, ну времени терять мог. Тут вот, кстати, точная позиция, может быть, BC7. А, тут же он играть. Тоже ED4 меняется. Тут ED4, ну, конечно, там, другого нет. Вот у тебя будет лишний ход, АЖ7, и шашка на B8 нормально стоит, по-моему. Так не, а как, он же CD2 пойдет, и BC5 поменяется, там... Тут может в его просто. Пользу сойтись, видишь. Ну ладно, сейчас посмотрим. Пофиг. Так. Вот да, вот такой план, и типа... Сейчас АБ6 еще под... Ой, в смысле, АЖ3. Вань, ты давай лучше за нас планы ищи. Мне не нравится позиция. АЖ7 надо? Ну, АЖ7, так. Может, БЦ7, может, БЦ7 пройти. А! Так, Е4 нету? Что-то. Е4 надо, наверное, потому что иначе он вообще задавит. Не, он там в любки зайдет, выиграет. ЖФ6. Так. А, ну да, ну тут... Смотри, сейчас будет ДЦ5 такой ход. ДЦ5. Будет, да, только остается. Ну, там все равно, наверное, опять Д3 пойдет. Ну, давай ДЦ5. Нормально, держимся. А так даже ничего себе. На сомнение, если что, мы держимся. Так. О! Попался. Вот так что. Красавчик. Давай, додави. 2 секунды. Верим. Ай-яй, куда ходить? ЕД6 сразу ходи. А, подожди. На F5 особенно, да. Так. ЕД6. А если отдал, нельзя. Победа, нельзя, все, нельзя. Победа. Дошел. Да, победа, точно. Сюда и сюда. И, ну, да, шашку сейчас. Сюда. Отдал шашку и ДЦ5 поменял. Красавчик, блин. Победили, я уже запаниковал тут. Поймали. Белугу на обед. Неплохо. Вот это трофей. С икрой или без? Ладно, сейчас посмотрим, с икрой или без. Косички его, мои любимые. А, у тебя любимые, да? Ты это тоже знаешь, что это? Я косяки вот не очень люблю. Ты это все знаешь, наши три меняются. А, просто так пойдем, просто так. Да. Будем ловить на глупые ловушки. Там можно запутаться в 1+1, реально. Сейчас, ладно. Он, наверное, знает, по-любому.
По-любому да, знает, да. Кстати, вот эта позиция, вот этот вариант, да, как бы в энциклопедии Высоцкого не разобран. Интересно. Хотя я думал, там все разобрано. Ну-ка, давай, я тоже поучусь. Смотри, смотри, кстати, задумался. Задумался. Подожди, что такое? У меня вылетел Гамблер. Тут F3 или как тут играется, или D3? Сейчас помню. Не спугни, так, пусть думает. Так, так, по-моему, F3. Так, F3, да? Ну, не спугни, Иваня! Спокойно. Да, я помню этот вариант тоже. Че не спугни-то? Нормально все. Так, и на ED6 что? Если CD6 меняется, то мы играем типа... Как там? Где-то HG7 вот этот, помнишь, вот этот есть прикольный? На CD6, по-моему, EF4, да? Что-то отключился там случайно. На CD6, по-моему, EF4, да? EF4 на B5 HG7. А, отсюда. А тут АБ2, по-моему. А АБ2 нету? Тут АБ2 просто. Вот, да. Да-да-да, тут АБ2. Если меняется... А, стак да. Ходит. Так. Уже H4 же нет, или что делать? Или EF4. Так, что там сейчас? Такого хода не помню. А, туда так. Тут размен, так, сейчас нападение, там ничего не знаю. А как играть тут, не понимаю. Так. Ну, BC5 поменялся, и CB4, да. И на ED4, да, здесь, по-моему. EF4. Ой, блин, я случайно пошел так. Ну, ладно, сюда нормально уже. Так. Что, меняться надо? Блин, так. FG3 нет, вроде так. Надо. А. Так, GH4. Угу. Назад махнулся. Так, держимся. Так, сюда. Или видно. Подожди, или EF4. Так. Так, сейчас выиграем. Уверен? А на D7 что будешь делать? Ну, паду, ну, F3 ж просто. Ну, у него, наверное, ему CD4, наверное, надо играть, да. CD6. Так, я уже ну, потерял ладно. Нить. Так. Через E5 пробегаю, да, единственная ничья, наверное, какая-то. Может, так, ничья, подожди, еще подавим. Ну, понятно, что подавим. А на H4 нельзя? Блин, как наверное, ничья, да, ничья. Блин, ничья, ладно. Да, Ничья, да. Ну, я что-то в конце запаниковал снова, там, блин, запутаться можно, забилось было. Ну, давай, приятная позиция, да, последняя партия, лучшим цветом. Ну, наверное, F4. Как-то сюда, наверное, как-то. А, почему? Ты так хочешь? На CD4 F5 поменяться. Можно тоже такое. EF6, назад махнемся, и хорошая позиция. Так. Косяк Берлимана. 8 миллионов мой кумир. G6, да, G6. Да. Так, что говоришь? Ты там песня просто. Оксимирон. Так. Ты знаешь тот вариант? Ну, тут известно, да. Сейчас еще выиграем. Наверное. Да, мне кажется, он все знает тут. Не, вот это... Сыграй с ним вот это, да, вот это сыграй с ним. Не, я знаю, это по-любому. Да. Тут вариант тут более основной. Да, да. Че, ничья? Сейчас подавим чуть-чуть. Или шансы есть еще тут подавить? Ну, не знаю. Ну, небольшие. А G5, может быть? Теоретически, да. Так. А, он ну, тут да, сейчас ничья. Просто меняется B5 и все. Ну, не сейчас, дошковым. Это отличный рецепт. Ну, да. Круто. Призвать первую, блин, обидно проиграл. Первую вот. Я уже забыл, что там было. Там что-то мы из дебюта не было. А, B3, где пошел, где там поделал. Подожди, что-то задумался, подожди, может еще подаем. Ладно. Обострит. Сейчас день, да. Белыми на победу. Походи. Нет, ну, ничего. Ну да, ничего. Ну, неплохо.